Ничто не отбирает больше духа человека, чем трусость и страх. Земля в конце концов выветривается, и пыль улетает с ветром, все ее люди умирают, исчезают бесследно, кроме тех, кто занимается искусством. Экономика тысячелетней давности кажется нам наивной, а произведения искусства живут вечно. Человек не для того создан, чтобы терпеть поражение. Человека можно уничтожить, но его нельзя победить. Жизнь состоит не в том, чтобы найти себя. Жизнь состоит в том, чтобы создать себя. Жизнь не перестает быть забавной, когда мы умираем, и не перестает быть серьезной, когда мы смеемся. Мы лишь тогда ощущаем прелесть родной речи, когда слышим ее под чужими небесами. Либо человечество покончит с войной, либо война покончит с человечеством. Никогда нельзя вести переговоры из чувства страха. Толерантность не предполагает отсутствие приверженности к своим собственным убеждениям. Скорее, оно осуждает угнетение и преследование других. Всякий русский в глубине души не любит ни одного иностранца. Художник пишет глазами любви, и только глазам любви следует судить их. Россия сама есть вселенная, и никто ей не нужен. Не забудьте поставить лайк и подпишитесь на наш канал. Нельзя стоять одной ногой в действительности, а другой в мечтах. Иначе для судьбы будет слишком велик соблазн разорвать вас пополам, прежде чем вы решите, какой путь вам избрать. Более защищенного от обид человека свет не видал. Люди никак не могли его задеть, потому что людьми он не интересовался. Чему учат в университетах? Тому, что нет людей смешных, глупых или злых. И очень зря. Чему учит проклятая жизнь? Тому, что города горят, а люди, неважно, глупые, смешные или злые, просто гибнут в огне. Слова прощания никогда не могут быть ошибкой. Любовь – это пространство и время, отзывающиеся болью в сердце. Настоящее открытие – это не поиск новых земель, это взгляд на мир новыми глазами. Можно увлекаться какой-нибудь женщиной, но чтобы дать волю этой грусти, этому ощущению чего-то непоправимого, той тоске, что предшествует любви, нам необходимо, и, быть может, именно это, в большей степени даже, чем женщина, является целью, к которой жадно стремится наша страсть, нам необходима опасность неосуществимости. Для каждого из нас существует особый Бог, который скрывает от нас наши недостатки или ручается, что они останутся незамеченными, подобно тому, как он закрывает глаза и затыкает ноздри всякому, кто не моется,
не давая ему видеть грязь на ушах и чувствовать запах пота под мышками, и уверяя его, что он безнаказанно может явиться в общество, которое не заметит ни того, ни другого. И те, что носят или дарят фальшивый жемчуг, воображают, что его примут за настоящий. В ранце каждого солдата лежит жезл маршала. Чужие глупости никогда не делают нас умными. Лучший способ сохранить свое обещание – никогда не давать его. Религия – важный предмет в женских школах. Она, как бы на нее ни смотреть, есть надежнейшая гарантия для матерей и мужей. Школа должна научить девушку верить, а не думать. Сделай жизнь вокруг себя красивой, и пусть каждый человек почувствует, что встреча с тобой – это дар. Никто ничего не может сказать про вас. Что бы люди ни говорили, они говорят про самих себя. Отчаяние бывает лишь тогда, когда есть ожидание. Ничто не может привести меня в отчаяние. Я ничего от вас не жду. Если вы хотите построить социализм, выберите страну, которую не жалко. Тот, кто экономит на школах, будет строить тюрьмы. Война между Германией и Россией – величайшая глупость. Именно поэтому она обязательно случится. У каждого человека бывает так, что ему везет, и счастье пролетает совсем близко от него. Важно вовремя увидеть его и суметь ухватиться за край одежды пролетающей мимо него фортуны. Я всегда видел то, чего другие не видели, а того, что видели другие, я не видел. Я никогда не встречал женщины одновременно красивой и элегантной. Это взаимоисключающие характеристики. Искусством я выправляю себя и заражаю нормальных людей. Спасибо моим врагам. Если бы не они, я бы не стал тем, кем я стал. Хорошо верить в человека, но лучше быть в нем уверенным. Величайшие произведения гениальных творцов умещаются в сердце человека. Не говори о человеке дурно, ведь и ты он. Как часто мы разыгрываем комедию без надежды на аплодисменты. Не прощая ошибку, ты совершаешь ошибку сам. Доброта беззащитна и поэтому существует. Если ты думаешь, как все, ты уже ошибаешься. Все думают по-разному. Если ты думаешь за всех, ты опять ошибаешься. У каждого свои заботы. Думай по-своему и за себя, но помни, не думая о других,
ты прежде всего не думаешь о себе. В вине и водке нет ни пользы, ни разума, ни доблести, и нет также доброго поведения и доброго нрава. В хмелю люди совершают дурные дела, убивают и ссорятся. Вино удерживает человека от того, что он знает, и от искусств, которыми он обладает, оно становится завесою или преградою на его пути и для его дела. Я кара Господня. Если вы не совершали смертельных грехов, Господь не пошлет вам кару в лице меня. В хмелю люди совершают дурные дела, убивают и ссорятся. Вино удерживает человека от того, что он знает, и от искусств, которыми он обладает, оно становится занавесою или преградою на его пути и для его дела. Человек, несущий добродетель, богоподобен. Человек, несущий добродетель, но потакающий прихотям своего эго, прекрасен. Но где же сыскать богоподобного человека? Возможно, все же можно довольствоваться и прекрасным. Память людей – это незаметный след той борозды, который каждый из нас оставляет в лоне бесконечности. Цель мира в том, чтобы царствовал разум. Прочь себелюбие, прочь эгоизм. Они-то и убивают счастье. Жить для других значит жить для себя. Доброжелательность, бесконечная любовь к себе подобным, вот, поверьте мне, истинное блаженство. Иного нет. Горе победоносной нации. Она покоряется тем, кто сделал ее победоносной. Победитель худший из господ, самый упорный противник реформ. Нация делает успехи на другой день после поражения. Люди не персики. Они, подобно ружьям или седлам, становятся лучше, когда немного поизносятся.